Польша заговорили об ограничении передвижения невакцинированных лиц и введении комендантского часа для них. Идея прозвучала из уст профессора Милоша Парчевского. Главврач в Западно-Поморском воеводстве и один из консультантов по пандемии предложил ограничения для невакцинированных людей. Свое мнение он аргументирует, что, цитата, «нельзя давать таким людям шанс заразить других». По его словам, такие условия могут побудить людей сделать прививку. На сегодняшний день вакцины в Польше приняли 15 миллионов граждан. Пока идея остается только на словах. Официальные лица не прокомментированы слова медика.